9 апреля в Актюбинской области открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. Местные охотники бурно обсуждают новый лимит на отстрел диких уток. По их словам, за добычу теперь придется побороться. Лейла Уесова выслушала все стороны. Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь открывается 9 апреля. Отстреливать птиц можно лишь в течение 2 недель. Новый лимит – 540 диких уток. И это при том, что армия охотников в регионе достигла уже 10 тысяч. Так что трофей достанется не всем. Пусть нам увеличат лимит. Одна утка на 20 охотников. Куда это годится? Это просто издевательство. В областном управлении природопользования пояснили, из-за внедрения электронного учета не все охотничьи хозяйства региона успели оформить аренду. Из 53 угодий официально закреплены только 28. У остальных есть 2 месяца, чтобы оформить соответствующие документы. Место управления данного вопроса прорабатывается с комитетом. На сегодня уже практически мы уже отработали с комитетом местного хозяйства животного мира по увеличению процента на весеннюю охоту. Были внесены соответствующие изменения законодательства, что предусматривает утверждение лимита с 15 февраля текущего года по 15 февраля следующего года. Соответственно, охотпользователи, которые докрепим охотничье хозяйство в текущем году в течение 2 месяцев, они успеют подать заявку на лимит, и весенняя охота на следующий год уже состоится в полном формате. Актюбинские охотники предполагают, лимит сократили из-за неправильного учета. По данным комитета лесного хозяйства, из 7 тысяч диких уток отстреливать можно лишь 5%. Между тем, в некоторых районах области весеннего сезона и вовсе не будет. Охотничьим хозяйствам не дали разрешения. Лейла Осова, Жомарт Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе.